Девочка немножко окрашивается. Такой голубоватый цвет слегка. Но у этих носков такая расцветка, как будто бы они уже полиняли. Как будто бы краска сюда стекала на белую пряжу. Поэтому не страшно, если там чего-то еще окрасится дополнительно. Как заставить себя начать следующий палец? Почему это так сложно? Вот вообще, мне кажется, за 2-3 вечера можно осилить перчатку, потому что вот само тело вяжется очень быстро. Особенно вот таким узором увлекательным, просто в лед. Мне кажется, за вечер можно спокойно осилить саму основную часть перчатки. Ну и пальцы тут делов-то, не знаю, тоже можно за вечер. Ну хорошо, если так вязать как-то расслабленно с перерывами, ну 3 вечера. Но мне кажется, за неделю уж точно можно перчатки связать. А у меня уже неделю лежит она вот в таком состоянии, никак не могу заставить себя приступить к безымянному пальцу. Вот один мизинец осилила, и все. Все застопорилось дело. Не знаю, как найти мотивацию какую-то, чтобы продолжить вязать. Точнее, мотивация-то есть. А вот желания нет. Не знаю, какая-то фобия безымянного пальца. Ну что, друзья, носки довязаны, я готова вам их показать. Смотрите, какие они хорошенькие. Я вам говорила, что мне совершенно не нравится, как они выглядят, что у них кривые петли. Ну, особенно первый носок, который я вязала в поезде, что он весь такой кривой, косой. Забудьте все, что я говорила, потому что этого нет после стирки абсолютно. Это 2 совершенно идеальных носка. Вы знаете, все, кто держал в руках эти носочки, сказали, что выглядят как будто связанные на машине. Ну, правда, идеальная лицевая гладь, петелька к петельке, все очень ровненько. Мне даже теперь сложно понять, какой из них я вязала в поезде. Не знаю, они абсолютно одинаковые и по размеру получились одинаковые. Плотность у меня совершенно не скаканула, что удивительно, да? Хотя был промежуток между вязанием первого и второго носка, нет, они абсолютно одинаковые. Вот. Пряжа преобразилась после ВТО просто волшебным образом, выровняла мне все эти кривые петли. И вы знаете, носки так разбухли, они такие толстые, как будто бы это не 4-нитка даже, а что-то потолще. Они такие прям пухленькие, вообще замечательные. Я уверена, что они будут очень теплые. Чувствуется такая шерстистость в них. Они, конечно, не такие шерстистые, как носки там, из Сиам Регина, из Накабоха. Да, нет, это более нежные носочки, но все равно чувствуется, что здесь вот такая классная теплая шерсть есть. Вот, посмотрите, какие они хорошенькие, не знаю, мне очень нравятся. Если бы не этот косяк мой с тем, что я неправильную ширину сделала наверху паглинка, да, нужно было делать пошире, а потом убавками возвращаться к классической ширине. В общем, косяк в том, что я не подумала о том, что нужно вот здесь-то делать шире, потому что нога-то у нас расширяется. Вот, если бы не этот косяк, то их спокойно можно было бы подарить кому-то, потому что выглядят они хорошо. Но нет, не судьба, носки останутся мне. На моей худой ноге они, в принципе, сидят неплохо, нормально сидят, хорошо. Я, конечно, чувствую, что хотелось бы здесь вот немножечко, да, пошире сделать, но, в принципе, нормально. Но подарить я их не смогу, потому что все-таки есть вот этот вот косяк, я о нем знаю и буду все время переживать, что человеку там что-то давит, пережимает. Все-таки нет.
Напомню, что я вязала эти носочки из пряжи Lainston North по ингредиент сок, цвет номер 16. Красивая расцветка, насыщенные голубые тона вот здесь внизу, а здесь в начале, как я уже говорила, да, такое ощущение, что как будто бы носочек полинял после стирки, как будто бы здесь был белый цвет, и как будто вот краска, да, эта голубая так стекала потихонечку и окрасила этот белый цвет. И такой грязновато-голубовато-мятный цвет здесь в начале. Вот, ну в целом выглядит очень классно, такой градиент. Вот, очень довольна я этими носками. С удовольствием буду их носить. Вообще супер, никаких претензий нет. Все, пошла вязать дальше свои другие процессы. Часто слышу о том, что любовь к вязанию перчаток появляется после первой готовой перчатки, что стоит только связать и получить результат, и больше невозможно оторваться. Тут же следом вяжется вторая, и потом этот процесс не прекращается, то есть хочется вязать перчатки. Так вот, со мной этого, к сожалению, не случилось. Я довязала перчатку и не получила абсолютно никакого удовольствия в процессе. Да, мне было прикольно вязать вот эту часть, тушку перчатки, благодаря тому, что здесь есть узор, не уверена, что я получила бы такое же удовольствие, когда вязала бы просто без узора. Вот здесь мне нравилось вязать. Интересно, красиво. Связав мизинец, я на какое-то время прервалась. Ну, вы видели, долго не могла заставить себя приступить к безымянному пальцу. Но потом все-таки я это сделала. Провязала безымянный палец. Со скрипом начала средний палец. А вот указательный и большой уже у меня связались очень легко, спокойно, без перерыва. Просто взяли и быстренько связались. Самая большая сложность для меня была поднимать петли из вот этого полотна между пальчиками. Это такое ковыряние, не очень удобно, как-то не быстро. И в результате у меня не получилось сделать это как-то аккуратно. Есть петельки, которые хочется подтянуть. Вот. В общем, не получилось красиво это сделать. Вот. И вязать вторую у меня не было желания, но тем не менее сегодня я начала. Вот. Провязала уже несколько рядов. Все-таки не хочется оставлять этот процесс в таком виде. Нужно получить готовую пару. Я вообще думала, что свяжу перчатки в подарок, но не очень я довольна тем, как они у меня выглядят. Не могу сказать, что это очень аккуратная работа, хотя вот эту перчатку я уже постирала. Но ровность полотна оставляет желать лучшего. И еще ладно бы с ней с ровностью, но вот эти вот петли все-таки мне не нравятся, как это выглядит. Сейчас покажу на руке. На руке это все выглядит более элегантно, более красиво, конечно же, чем просто, да, чем просто в полотне. Но все равно, я не знаю, вот может быть человек, которому я бы подарила эти перчатки, ничего бы и не заметил, и был бы в каком-нибудь восторге находился бы, я не знаю, но я-то знаю, что перчатка не идеальная, что есть здесь какие-то недочеты. Связана она правильно по описанию, четко, но вот есть вот эти вот нюансы, которые меня, например, раздражают. И я думаю, что все-таки эти перчатки останутся со мной. Все-таки дарить хочется безупречную вещь. Ту, которая самому тебе нравится и которую бы ты сам хотел получить в подарок. Вот. Ну, это мои первые перчатки. Я думаю, что если я когда-нибудь решусь на вторую пару,
то, может быть, у меня получится сделать это все более аккуратно. Все-таки сейчас на второй перчатке потренируюсь, уже знаю, как это делается и где что нужно учесть. Вот, ну не знаю. В целом, конечно, выглядит это неплохо. И я рада, что я начала именно ажурные перчатки вязать, потому что я купила еще описание на простые без узора. Вот. Но если бы они были простые без узора, я бы, может быть, их так и не закончила. Все-таки вот внешняя вот эта красота, этот узор мотивирует закончить эту пару, что я планирую сделать в ближайшем будущем. Начала сегодня вторую, собрала все свои силы в кулак, всю свою волю и начала. Думаю, до мизинца дойду быстро, а там посмотрим. Такой у меня тут натюрморт. Очень хотела повязать из новиночки от Lens du Nord Cotton Silk Tweed. Это хлопок с шелком. 90% хлопка и 10% шелка. А, такая нежная, мягкая, прям притягивала меня к себе. И вот я решилась повязать из нее. Решила совместить приятное с приятным, повязать из пряжи, из которой очень хочется, и по описанию, на которое тоже очень давно смотрела, буду вязать ажурную футболку от Ксении Маликовой, Romantic Top, по-моему, она называется. Вот, но вся загвоздка в том, что эта пряжа не подходит по толщине, она тоньше, чем нужно, в плотность я не попадаю, естественно, если вязать только из нее. Здесь 100 грамм 280 метров, а там нужно что-то около 120, по-моему, метров. Вот. И я решила, что нужно что-то подмешивать. Но подмешать мне хотелось что-то такое очень деликатное, потому что вот эта пряжа, да, Cotton Silk Tweed, она с крапинками. И на вот этом бежевом цвете эти крапинки практически незаметны. Если в остальных оттенках они более ярко выражены, да, они здесь крапинки подобраны по цвету пряжи. То есть на бежевой пряже это в основном такие коричнево-серые крапинки, на голубом это в голубой гамме крапинки, да, но там они более насыщенные и более ярко выраженные. А здесь они практически незаметны. Если в мотке их еще как-то можно различить, вот эти коричневые, да, светлые практически вообще не видно, то в полотне, ну вот тоже только коричневые можно найти, то если поискать. Поэтому мне не хотелось перебивать чем-то дополнительным вот фактуру этого полотна. И я искала что-то такое аккуратное и деликатное. Пряжу с бусинами, из которой я тоже хочу повязать. В этом варианте я сразу отмела, потому что бусины перетянут на себя все внимание. Узелковый люрикс мне тоже не хотелось. Оставались пайетки, вот, и я пошла искать пайетки. Посмотрите, какое идеальное совпадение цветов нитей, да? Ниточки хлопка от Cotton Silk Tweed и ниточки хлопка пайеток. У меня пайетки на хлопке. Просто идеальное попадание. Я выбирала между двумя вариантами. У меня есть еще вот такой. Здесь основной цвет нити совпадает. Отличаются только сами пайетки. Вот здесь они прям блестящие, такие золотистые. А здесь прозрачные, но окрашенные в цвет пряжи. Они такие бежевенькие.
Вот. И я недолго думала, выбрала все-таки вот эти деликатные, потому что вот это для меня как-то ярковато именно в этом варианте. Как-то ажур, плюс еще такие броские яркие пайетки, плюс твит. Что-то мне показалось, что это будет перебор. И я решила, тем более, что изначально мне, в принципе-то, в этом изделии пайетки и не были нужны, мне нужно было добиться нужной толщины пряжи. И я подумала, что вот это будет идеальный вариант. Пайетки здесь незаметные, не броские, то есть это можно и на повседневный вариант использовать. Они будут мерцать только при попадании, может, света там от фонарей, каких-то софитов, где-то в торговом центре будут переливаться. А так, если просто идти по улице, то их, в принципе, и незаметно будет. Поэтому остановилась на этом варианте. Вот видите полотно, да, если вот так его не шевелить, то, в принципе, этих пайеток не видно. Да и при шевелении-то только под определенным углом вот так мерцают. Меня этот вариант устроил. Кстати, как обычно, на изнаночной стороне пайеток больше, чем на лицевой. Я думаю, что когда свяжу, я потом их повыковыриваю обратно. Вот. Решила вязать вот так. Хотя эти, конечно, тоже очень-очень красивые, но не в этот раз. Вот. Здесь у меня образец связан на трех размерах спиц. Вот здесь четверка, 4,5. Я сначала только на этих двух вариантах остановилась. А в описании вообще четверка рекомендуется, но я никогда не попадаю в плотность на рекомендуемом размере спиц в описании. Да, я вяжу намного плотнее. И вот связала на четверке 4,5. Подумала, что буду вязать на 4,5, постирала образец. Там на одну петлю у меня отличалась плотность. Но вчера пришла свекровь, говорит, попробуешь на пятерке связать. Мне кажется, можно еще на пятерочке. И вот я здесь несколько рядов провязала. И да, действительно, можно на пятерке. Нету такой рыхлости, какой-то прозрачности. Отлично. Можно вязать на пятерке, что я и буду делать. Вот. Такие дела. Такой будет у меня уже летний проект. Провязала несколько рядов. И вот сижу теперь, терзаюсь смутными сомнениями. Не слишком ли все-таки рыхло? Образец был связан гладью. Здесь ажур. Такое ощущение, что как будто бы хочется поплотнее. Все-таки, может быть, надо было на 4,5 вязать. Не знаю. Провяжу, наверное, какой-то кусок такой основательный, более-менее постираю, посмотрю. Потому что в образце хлопочек немножко разбух, уплотнился. Ну, блин. Не хочется заново потом это все вязать. Идет достаточно медленно. Все-таки узор вяжется медленнее, чем гладь. Заново начинать, конечно, не хочется. Но если будет слишком рыхло, выбора не останется. Ну что, друзья, ура! Готова моя первая пара перчаток. Сложно передать всю радость, которую я испытываю, когда вижу законченный результат. Не могу сказать, что это далось мне легко, это далось мне очень сложно. Наверное, это самый сложный проект из всех, которые были в моей жизни. Сложный именно в моральном плане. Мне было трудно заставить себя вязать вторую перчатку. Сложно было заставить себя вязать пальцы после мизинца. И зная это, я специально не разрешала себе начинать никакого другого проекта, пока не закончу эту пару. Все-таки мне хотелось, чтобы этот процесс не превратился в долговяз, а еще хуже, в незаконченный процесс. Вот. Поэтому я собрала всю волю в кулак и все-таки сделала это. Вязала долго, с большими перерывами, но все-таки связала. Не могу сказать, что я супер довольна тем, как перчатки выглядят. Я сделала
технически все правильно по описанию, но все-таки есть такие визуальные шероховатости, моменты, которые мне не нравятся. Поэтому я решила эти перчатки, ну, как я уже и говорила, да, после первой привязанной перчатки, я решила, что оставлю их себе и дарить не буду, потому что все-таки есть моменты, которые не позволяют мне с чистой совестью подарить эти перчатки. Особенно это вот на первой левой перчатке видно. Вот здесь вот между пальчиками вот эти петли я недостаточно подтянула. Петли, которые набирала и поднимала из полотна. Вот они так выглядят не очень красиво. На левой перчатке этого нет. Здесь я уже знала этот момент и контролировала. Натянула получше. Здесь все аккуратненько. А вот на левой перчатке я это увидела уже, когда, ну, когда завершила. Да, как-то не обратила на это внимания. Вот, и в целом мне не нравится ровность полотна, петли как-то кривоватые, может быть, пряжа так ложится все-таки. Ну, или, может быть, вот то, что мне было не очень удобно вязать вот эти маленькие пальчики. Кстати, правая перчатка у меня как-то ровнее выглядит. Да, мне кажется, видно, чем левая. Я вязала их на разных спицах. Левую перчатку я вязала на спицах прим карбоновых с каплевидным кончиком. Я как-то в одном из видео про них рассказывала, что заказывала себе для теста их, ну, попробовать вообще, что это и как это. И, в общем, после вот этой перчатки я окончательно убедилась, что мне не нравятся эти спицы. Я вряд ли буду на них еще вязать. Ну, так, может быть, буду использовать как дополнительный вариант, когда, может быть, несколько вот таких маленьких процессов будет в работе. Вот. А правую перчатку я вязала на спицах Adi Lace с красной леской. И вот здесь у меня уже все шло намного лучше. Да? Петли ложились намного ровнее, процесс шел быстрее, леска не так закручивалась. Вот. Поэтому к спицам Prim у меня такое сложилось отношение не очень. Вот. Что еще? Есть рядность. Тоже достаточно сильная, хотя мне не присуща рядность, вообще как-то редко у меня случается такое, такая оказия. Как-то я вяжу плотно, четко по спице, поэтому у меня обычно нету с этим проблем, но вот здесь присутствует. Может быть, сейчас не так бросается в глаза, но все равно здесь вот видно, здесь вот этот ряд сильно видно, что отличается. Вот. Поэтому перчатки такие неказистые, такие все кривенькие, косенькие. Но это первые мои перчатки, я все равно им очень рада. И я буду их носить с удовольствием. А еще, что бы я изменила в следующей паре, это длину пальцев. Все-таки коротковатые они у меня получились. Я когда надеваю на руку, мне хочется вот их здесь... в общем, хочется, чтобы длина пальцев была побольше, потому что они подпрыгивают вверх, и вот здесь у меня есть, как сказать, в общем, пространство, перчатка между пальцами не прилегает к нужному месту, да, там остается пространство между окончанием ладони и вот перчаткой. Хочется как бы подтягивать, но не получается подтягивать, потому что длины полотна не хватает. Я вяжу туже обычно, чем люди, которые пишут мастер-классы, редко-редко попадаю в плотность. И здесь по высоте я тоже в плотность не попала и это не учла. И начинала делать убавки тогда, когда указано в описании. То есть там, например, написано, что когда примерно половина ногтя уже закрыта, да, полотном, можно приступать к убавкам. Вот, мне нужно это было делать попозже, потому что мне вот этого количества рядов не хватило. Нужно было еще провязывать несколько рядов без убавок и только потом начинать закрывать. Вот, это я тоже уже буду учитывать в следующих перчаточках. Вот, ну я в них два раза уже прогулялась, в принципе, нормально. Но все равно вот этот момент, то, что как бы здесь некомфортно, он ощущается, и хочется
хочется подлиннее пальчики провязать. Вот, но в целом все равно я довольна, довольна, что я это сделала, что я завершила этот достаточно трудоемкий для меня процесс, кропотливый, неприятный. Тушка вязалась приятно, особенно этот узорчик, он такой красивый, легко запоминающийся. Быстро связалась тушка каждой перчатки, но пальцы — это что-то невозможное. Где-то месяц, наверное, я вязала эти перчатки. Вот, вязала из пряжи Infinity Everyday светло-серый меланжевый цвет, номер 1032, по-моему. Вот, мне кажется, видно, да, что он такой неоднородный меланжевый. Давайте эту кривую не буду показывать, покажу ту, которая поровней. На пальчиках особенно вот видно такая полосатость. Да, видите? Вот, и еще встречаются здесь вот такие черные вкрапления у меня в двух местах есть. Вот здесь на среднем пальчике и вот здесь вот в узоре. Не знаю, что это за задумка автора или что, или какие-то второстепенные волокна, случайно сюда попавшие, не знаю, но они есть, не могу сказать, что они раздражают или как-то мешают, но просто они, как сказать, выбиваются из общего полотна, потому что вот их очень мало, одна здесь и одна здесь. Вот. Такой результат, не знаю. Ну, для меня радостный все равно, несмотря на то, что хотелось бы, конечно, чтобы они получились лучше, чем они есть на самом деле. Но на руке это все смотрится намного лучше, они смотрятся так элегантно, женственно, нежно. Кстати, хочется эти перчатки вязать в каких-то таких нежных весенних цветах. Поскольку я изначально планировала вязать эти перчатки не для себя, я выбрала такой универсальный серый цвет, потому что не знала, да, с какой верхней одеждой будут носиться эти перчатки. Но если бы я вязала для себя, я бы выбрала что-то весеннее, может быть, зеленые или какие-то пыльно-розовые. Не знаю, может быть, цвет кэмл какой-то, вот, потому что здесь такой растительный узор, ну и вообще, да, с таким весенним настроением перчатки я бы какой-нибудь более веселый, жизнерадостный оттенок выбрала. Мне из таких цветов вязать скучно, спасал только узор. Если бы это были простые базовые перчатки, гладью, я бы их точно не довязала, наверное, может быть, даже ко второй не приступила, вот. Такие дела, перчатки закончены. Надеюсь, что это не последняя моя пара, и когда-нибудь я решусь на вторую пару. Но знаете, как это будет, скорее всего, такой процесс, который будет между другими процессами, когда я смогу себе позволить растянуть эти перчатки на какой-то срок, чтобы я могла там сегодня один палец связать, послезавтра второй, через неделю третий, да, то есть, ну, вот так. В общем, в начале лета можно приступать к перчаткам, чтобы довязать их к осени, вот. Потому что вязать их вот так вот в моменте для меня оказалось сложно, чтобы вот прям сесть и связать пару, как мне девочки написали, там за 4 часа вяжут перчатки. Да, это возможно, я не спорю, но морально для меня это тяжело. Вот, все, про перчатки все. Остался мне сейчас пока один процесс на спицах, это футболка. Можно начинать что-нибудь еще. Thank you.
тоже хочешь сниматься? Это моя девочка. Вот на таком этапе у меня сейчас процесс вязания футболки. Особо не знаю, что рассказывать, тут все достаточно просто. Сейчас просто гоню длину по узору вверх. Вот так выглядит узор, такие ромбы. Извязала уже, наверное, больше половины мотка. Здесь и здесь, наверное, тоже. Вяжется приятно, мягенько, так все пластично, текуче. В общем, провязав такой достаточно внушительный кусочек, я решила ничего не стирать и перестать сомневаться. Мне кажется, что в принципе нормально смотрится, не слишком рыхло. После ВТО должно все еще уплотниться, разбухнуть. Поэтому не стала я вот эти лишние действия производить. Как будет, так будет. Единственное, мне сейчас кажется, что оно как-то выглядит таким достаточно большим. Надо переснять на лесочку и примерить это все по-хорошему. Ну, может быть, это опять не только кажется. Вот, вяжу, наслаждаюсь процессом. Очень мне нравится вязать ажур. Конечно, вяжется медленнее, чем гладь. И такая как бы тренировка для мозга, ты все время повторяешь, ну, я повторяю в, как бы мысленно вот эти последовательность петель, там, накид, убавка, лицевая, 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 убавка, накид, там, и так далее. Вот. Тренировка памяти, прикольно, в общем, такое нескучное вязание, но при этом все время есть такое как бы напряжение, чтобы не перепутать вот местами убавку с накидом, чтобы рисуночек не сбился. То есть такое нерасслабленное вязание, все равно приходится немножечко так сосредотачиваться. В общем, уже сложно вязать под какие-нибудь видео, под болтовню. Нужно все равно следить за узором, хотя он достаточно простой и быстро запоминается. Такой логичный. Вот, вяжу пайеточки, легонечко так мерцают. На изнанке их, конечно, больше, но мы их потом повытаскиваем. Вот, вышло предательское солнце, поэтому буду закругляться. Наверное, все. Больше мне в этом видео показать нечего. Большое спасибо вам за просмотр. Спасибо, что провели это время со мной. И до встречи в новых роликах.